Всем любителям моего канала привет! Тут уже Мингус побегал, вчера мыло накидал своей шерсти. Но здесь удобно делать видео, потому что нету теней от освещения. Покажу вам маленькие такие ничтожные покупки, которые сделала у нас в магазине и в TKMX. Вот. Так, начнем, значит. Вот такую штучку купила за 10 центов. Ну, это как бы подставка для свечки. Видите, в такой шезлонг. Но я для чего купила? Я ее поставлю на кухню и сюда буду бросать кольца. Потому что, ну, зачем портить металл и камни? Вот, буду бросать. И потому что часто бывает так, иногда, знаете, можно смахнуть рукой и все. Или кот забежит и... Ворует он все, что-то играется, в общем, игрун такой. Сейчас его выгнал, он не будет бегать здесь. Вот, такую штучку купила. Еще можно, думаю, вот так телефон вкладывать. Тоже телефон не будет теряться. Ну, в общем, орнунг должен быть. Так, вот такую вот штучку купила. Потом купила я, значит, вот такую штучку. Сколько она стоила? Вот она 10 центов. Ее скинули, но они... Вот эта серия, она как бы дорогая. Это вставляется в цветочки. Видите, вон тень, кстати, есть сейчас. Это вставляется в цветочки, можно привязывать. Ну, для красоты, для веселья. Так, вот такую штучку купила. Так, вот такую. Так, рубль 50 стоило. Рубль 50 за 10 центов скинули. Это я покупаю, знаете, чтобы, например, втыкаете в землю и завязываете цветок, чтобы красиво было и в то же время весело. Здесь еще можно бантик привязать. Видите, тут такой вот приклеенный. Сейчас скидки просто на садовые товары. Они просто стоят в свое время деньги, а вот когда сезон кончается, они очень сильно скидывают. Очень много накупила всяких заборчиков за 10 центов. Так, вот такое еще купила. Тоже стоил рук 50. Значит, с поддоном для цветка. Пластмассовый горшок за 10 центов. Ничего не бывает лишним. Тем более у меня цветовода, садовода. Вот. Так, значит, потом вот такую сумку купила. Уже ее эксплуатирую вовсю. Классная вещь. Она вот здесь так складывается. Видите? В общем, вы поняли. Ой, бумажку надо выкинуть. Это у меня вчера бумажка была. Так, и здесь, видите, она затягивается. Как рюкзак. В общем, смысл тот, напихал вещей, одел рюкзак. Весит она вообще ничего не весит. Наверное, граммов, наверное, 20 она весит, эта ткань. Здесь еще один карман. В общем, замечательная вещь. Можно самим такую, конечно, шить. Вот, за 10 центов купила. Вот так вот все вкладывается и превращается все такое удобненько. Я, кстати, такие сумки всякие, которые... Я, по-моему, вам не показывала. Ну, в общем, такие складывающиеся сумки я постоянно привожу подружкам на сувениры. Потому что это очень удобно, оригинально. И, знаете, не будет валяться без дела. Человек всегда такую сложенную сумочку, значит, вложит в свою сумку, всегда забегает в магазин. Ну, как бы в России же нету... Нет закупок постоянных. Ой, то есть постоянно люди ходят в магазин после работы. Да, в Германии один раз закупаются и все. По субботам, в основном пятницам. Так, вот, поэтому России это пригодится. Давно-давно я это уже показывала, покупала по полной стоимости. Это было у нас предложение. Вот смотрите. Это, в общем, у нас хранитель для трубочек. Вот, она у нас, по-моему, за 1 евро продавалась. Мне очень понравилось, знаете, чем? То, что, во-первых, трубочка не пылятся, всегда они на виду. И я с трубочками пью напитки. Так меньше у вас зубы покрываются налетом, серьезно говорю. Это, кстати, я услышала из интернета, с Ютуба. Поэтому вот пользуюсь этим. Так что и вам советую. И к ним купила вот такие трубочки. Что за 10 центов, в общем, они их скинули. Были они 1 евро.
трубочки для коктейлей. Вот туда вложу. Давно я хотела вот этот стакан вам показать, но все не было времени, вот сейчас показала. Так, вот. Далее, значит, переходим. А, вот еще очки я такие купила, вот смотрите. Кошачий глаз. У них, кстати, хорошие. У них все, они сертифицированные. Третья категория от UV400. И, в общем, они такие темноватые, нормально. Такие кошачьи. Видите, я там. Ха-ха-ха. Вот. У меня просто таких линз ярких не было. Хотелось такие круглые очечки. Кошачий глаз. Так, заходила бы... Так, была я вчера в Дортмунде и заходила, значит, в Карштадт. Да, Карштадт. Вот. И там скидки на Мавалу частично. Ну, еще там много всяких скидок. Ну, вот на Мавалу. Давайте я вам покажу. Вот здесь я нанесла... Я вам показывала этот лак 10-копеечный. И вот здесь я нанесла фиолетовый. У меня вот не фиолетовый, это фуксия цвет, да? Так, где же он? Вот. Вы знаете, вот он, видите, он такой деликатный. Но мне что понравилось, мало блеска. Я имею в виду вот этих частичек. Он еще, видите, не загустел. У меня просто один такой есть фиолетовый, он более густой сейчас стал. Этот, видите, еще навье не загустел. Вот, немножко, видите, вот здесь вот отливает. Но мне что понравилось, прям блеск, блеск, блеск. Смотрите, какой блеск приобретает ноготь. Так, это Эсси. Это вот эти 10-копеечный лак. Мне очень понравился, кстати, он такой стойкий. Вот именно с глиттером он очень стойкий. Просто какой-то фантастический стойкий лак. Так, вот. Так что вот. Имейте в виду, Дортмунд, в Карштадте, значит, скидки 3 евро. Вообще, я все жду. В январе в ТКМЭКС постоянно очень сильные скидки. Эти лаки можно купить в наборе вообще за копейки. Я не знаю, я не хочу их покупать по полной стоимости, потому что кроме красивого цвета я не вижу ничего в них замечательного. А еще вижу замечательно то, что они маленькая упаковочка, можно с собой брать и дорогу. Вот. Так, потом зашла в H&M и хотела, значит, посмотреть, что там от этой их коллаборации продают. От их коллаборации ничего нету. Ничего интересного нету. В общем-то. И купила Quick Dry Nail Spray. Он стоил 2 евро вот, с 5. Не поняла я, хорошо ли он быстро сушит. Но побрызгала, и запах хороший идет. В общем-то, приятный. Вот. Такую штучку купила. Так, распылитель, кстати, хороший. И запах такой свежести какой-то. Ну, в общем, такой вот, как сказать, спа, водный какой-то запах. Вот. Так, в ТКМХ я одежду купила. Я, наверное, другую везде вам сниму, покажу. Платье купила. Ну, кое-что. В общем, ходила за одним, и мне надо было какой-то кардиган купить, но знаете что? Они кусаются все, чешутся. Не хочу я кусачие вещи покупать. Я хочу, чтобы они не кусались. Они там все кусачие, хотя красивые. Очень дешевые, очень интересные, кстати, кардиганы были, но так. Так, в общем, люблю я там свечек. Одел свечек. Купила я вот такую вот свечку. Это на подарок Нероли Блум. Была еще амбра с ванилью, но я решила вот такую взять, потому что амбра с ванилью не всем может понравиться. А Нероли такой простенький запах. Купила на подарок. Она, по-моему, 5 евро, но ее скинули. Стоила. О, вот эта вот красота. Это, кстати, немецкий производитель. Handmade. Я купила 2 свечки, они стоили 1 евро. Лилак. Но почему-то мне кажется, что это пахнет ландышами. Такая вот красивая баночка. Ой, ландышами пахнет. Ну, они, наверное, посчитали, что лилак это как бы цвет ландышей. Вот, in red day. Надо посмотреть, кстати. Ну, где-то это было написано, что это handmade. Так, кстати, вот цена тут была. 2,50. По-моему, так за 3 их продают. Наверное, в каком-нибудь
в каких-нибудь сувенирных лавках продают. Смотрите, что хорошо. Потом свечка догорит, можно использовать это в качестве каких-то сюда специй закладывать можно. В общем, отличная баночка. Ну, запах просто чудо. Просто класс. Это все дирается. О, так хорошо дирается вообще. Вот. Такая баночка. Свечки. Я вообще обожаю свечки. Я их люблю. И постоянно горят. И вообще это приносит свечки какой-то шарм. Мы вечером или когда обедаем или ужинаем, я всегда свечечку включаю. Зажигаю, то есть. Так, далее. Купила вот такой набор. Лавенда пиони. Надо было, кстати, мне другой тоже взять. Что-то я не знаю. Вот его скинули. А, кстати, как, сколько он был? До двух его скинули. Ай. 5, наверное, 6, наверное, стоил. Не знаю. Вот. Но у меня... Почему я покупала? Я не буду в этой бутылке, как сказать. Я купила эту жидкость. Мне нужна была жидкость. Ну вот, налью, остатки поставлю еще в какой-нибудь комнате. Ну, в общем-то, неплохо. Производитель. Дизайн, кстати, как, по-моему, американский. Сделано в Китае, но ингредиенты, по-моему, Индонезия. Что тут они тут написали где-то? Где? Вот. Где-то тут я читала. Вот сайт. Кстати, сайта нет, только адрес распространения. Что-то я тут читала. Ну, как использовать? А, вот, дизайнер США. Ингредиенты из Франции, но это лаванду. И, значит, еще пионы, наверное, с Индонезии. Значит, сделано в Китае. Надо было мне другой. Там была еще упаковка такая с печкой. Мне тот запах больше понравился. Но я почему-то думаю, лаванда. Так, лавандой ты пахнешь. Ну, какой-то есть лавандовый запах. Но я ожидала посильнее. Но, видимо, значит, этот запах, хочу сказать, видимо, настоящий. Не химический. Лаванда, наверное. Вот. Ну, в общем, это так стояло. Это все тут закрывалось. Так что вот. О. В общем-то, ничего интересного больше нет. Вот такие покупки, мелочевка, ерундовка, как говорится. Но люди любят, просили, показываю. Всем пока!